Легендарный боксер Мухаммед Али скончался на 75-м году жизни после более чем 30 лет борьбы с болезнью Паркинсона. О титане бокса 20 века рассказывает издание «Нью-Йорк Таймс». Али был единственным боксером, трижды получившим титул чемпиона мира в тяжелом весе. Начав блестящую карьеру в 12 лет, в 1960-м он завоевал олимпийское золото в полутяжелом весе под своим настоящим именем Кассиус Клей-младший. После победы на Олимпийских играх Али начал карьеру профессионального боксера, которая отличалась регулярными победами в поединках. В 1964 году он сменил имя на Мухаммед Али, вдохновившись идеологией движения чернокожих мусульман США и приняв ислам. Его отказ служить в армии стал окончанием первого этапа карьеры. Всемирная боксерская ассоциация лишила его чемпионского титула, отдав его Джо Фрейзеру. Али заплатил штраф и вынужден был прекратить спортивную карьеру, чтобы не попасть в тюрьму. Спустя несколько лет Али смог вернуться на ринг и в 1974 году одержал блестящую победу над Джо Фрейзером. За свою почти 20-летнюю спортивную карьеру он выиграл 56 поединков, 37 из которых закончились нокаутом. Спустя 10 лет внимание прессы начало привлекать состояние здоровья спортсмена. Его проблемы с речью, неуверенная походка и сонливость. Врачи диагностировали у Али болезнь Паркинсона, пообещав, что если он будет принимать лекарства, то сможет вести относительно нормальную жизнь. После ухода из большого спорта Мухаммед Али принимал активное участие в благотворительных акциях, собирая деньги как для бывших спортсменов, так и для исламской школы в Чикаго, названной в его честь. В финале открытого чемпионата Франции по теннису испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над сильнейшей теннисисткой планеты Сиреной Уильямс. Газета «Телеграф» объясняет, как и почему это произошло. На Уимблдоне прошлым летом Уильямс праздновала свой триумф. Второй раз за карьеру она завоевала так называемый «Сирена-шлем», когда выиграла 4 больших титула подряд. И вот теперь, кажется, настало то время, когда соперницы выходят против американки не просто достойны проиграть, но даже выиграть. Нынешний Ролан Гаррос подарил миру новую чемпионку – Гарбинье Мугуруса. И оказался невероятно сложным для Сирены Уильямс. Гарбинье с первых же мячей пошла в атаку, чего Сирена явно не ожидала. Болельщики первой ракетки мира наверняка надеялись, что запал испанки скоро иссякнет. Но этого не произошло. Прежде всего, уроженка Каракаса взяла верх над соперницей именно психологически. Также к преимуществам испанки можно отнести частые смены ритма и разнообразие стилей подачи. Когда тебе 22 года, сил полно и можно носиться по корту туда-сюда не один час, практически без усталости. Это и делала Мугуруса. Сирена же в дебюте первого сета догоняла чуть ли не мертвые мячи, но в дальнейшем все стало значительно хуже. Что касается скорости реакции, то здесь преимущество Мугурусы не вызывало сомнений, подчеркивает автор. 22-летняя испанка одержала победу в 2 партиях и таким образом завоевала первый титул на турнире «Большого шлема» в своей карьере. Испанская теннисистка официально стала второй ракеткой мира, переместившись с 4-й строчки. Открытый чемпионат Франции в 2016 году проходил с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд турнира превысил 32 миллиона евро. Футболистов эстонского клуба «Инфонет» обокрали во время матча. Об этом сообщает эстонская газета «Postimees». Эстонцы проводили товарищескую игру с клубом «Рига» в латвийской столице. Первый тайм завершился со счетом 2-1 в пользу местной команды. По окончании первого тайма гости отправились в раздевалку и обнаружили, что их ограбили. Злоумышленники вынесли все ценные вещи, принадлежавшие спортсменам. Из-за неприятного инцидента матч пришлось прекратить. На место преступления вызвали сотрудников полиции. Потерпевшие написали заявление, были сняты отпечатки пальцев, но никакой дополнительной информации о дальнейшем ходе расследования пока нет. «Инфонет» выступает в эстонской премиум-лиге. По итогам розыгрыша национального чемпионата команда финишировала 4-й и в грядущем сезоне впервые в своей истории выступит в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал испанскому изданию AS, что планирует еще долго играть за королевский клуб и хочет завершить в нем свою карьеру. «Я безумно рад победе в Лиге чемпионов и сейчас думаю о Евро-2016. Хотим немного порадовать жителей Португалии, ведь они этого заслуживают. Завершу карьеру я в «Реале» в 40 с лишним лет. Очень счастлив играть за этот клуб. Я работал в поте лица, чтобы находиться здесь», — ответил Роналду на вопросы издания. Нынешний договор 31-летний форварда с испанским клубом рассчитан до лета 2018 года. Издание напоминает, 28 мая «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов обыграл «Атлетико». Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти решающий 11-метровый реализовал Роналду.